Yeah.
Так, друзья, все, продолжаем нашу трансляцию из гробницы. Вот. Друзья, смотрите, у нас сегодня немножко необычное общение. Мы обычно читаем из послания к Колоссянам. Сегодня у нас будет не послание к Колоссянам, у нас сегодня будет деяние святых апостолов. Это будет события, которые произошли немножечко после того, как был Христос и распят, и воскрес. Вот, поэтому сегодня будет вот такой вот текст, который мы будем читать из Деяний апостолов, 3 глава. Вот, Люда, привет. Так, сейчас я чуть-чуть поменяю. Да. Смотрите, давайте я сейчас буквально на экран отображу этот текст, чтобы нам было проще его прочитать. Буквально несколько слов скажу о том, что это за ситуация была и как она вообще, как это все получилось. Ситуация была следующая. Значит, апостол Петр и апостол Иоанн, они шли в храм для того, чтобы совершить молитву. И вдруг вот возле храма они встречают храмового, который просил деньги. Вот. Мы, кстати, эту историю ровно год назад читали, но мы читали ее до 11 стиха. Если кто-то помнит эту историю, вот мы как раз, мне кажется, в прошлом году мы ее в марте, наверное, читали. Вот. И мы дочитали ее до 11 стиха. Вот. И вот мы остановились. Да? То есть там была речь о том, что именем Иисуса Христа этот был хромой исцелен, потом ему открылась дверь в храм, то есть он мог уже, потому что по закону Моисея, то люди, имеющие увечья, они не могли входить в храм, то есть они могли находиться возле храма, то есть они были нечистые, да, по закону. Но вот Христос, он как бы человека делает чистым, он его делает пригодным для того, чтобы, значит, войти в храм, ну, в храм, как бы, да, в Божье присутствие. Вот. И потом получается такая ситуация, представьте, человек хромой, которого все знали, он туда ходил как на работу, его регулярно там он деньги собирал. Ну, как многие вот сейчас попрошайки, как бы они, многие даже знают их там в лицо, знают их рабочее время, когда они приходят на работу, уходят с работы. Вот. Ну, одно дело, когда человек на самом деле, как бы, вот, он, ну, нуждается в помощи, а есть люди, которые просто для них это образ жизни, как бы заработать денежки таким способом. Вот, по сути, где-то вот этот хромой, он где-то вот тоже был на работе, как бы, да, и вот многие его знали. И тут происходит ситуация, приходят два человека, Петр и Иоанн, они его исцеляют, он вдруг подпрыгивает и начинает хвалить Бога. И понятно, что возле храма собирается толпа. Что произошло? Почему? Почему он исцелен? Вот, еще таким вот нестандартным способом. И вот как бы собираются евреи возле храма, они начинают спрашивать, что вообще произошло. И вот апостол Петр и Иоанн, они как бы для них это предоставляется замечательная возможность для того, чтобы рассказать, кто или что, или какая причина для исцеления вот этого человека. Вот поэтому у нас сегодня замечательная возможность прочитать этот текст. Он очень так в сжатом таком формате вообще рассказывает про события, в общем, вот эти события распятия Христа, воскресения, как бы, то есть такая интересная история в сжатом формате. Вот, поэтому, друзья, есть предложение прочитать с 1 по 26 стих. Кто хотел бы, в общем, нам вот прочитать этот текст? Вот Аня не может, я знаю точно, она за рулем, поэтому если мы хотим, чтобы Аня добралась благополучно домой, то Аня лучше смотреть на дорогу все-таки. Вот. Кто хотел бы нам вот прочитать этот текст, было бы здорово, чтобы, вот, ну, может быть, или Анечка, или Рома. Вот. Это Деяния апостолов, 3 глава, с 11 стиха по 26. Вот. Деяние. С 1 по 26? С 11 по 26. Деяние. 3 глава с 11 по 26 стих. Давайте. Вот Рома хочет нам как бы послужить своим замечательным голосом. Вот. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемым Соломоновым. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские,
что дивитесь этому, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и по вере во имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вами Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь, Бог ваш, воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». И все пророки от Самуила и после него, скольких ни говорило, также предвозвестили дни эти. Вы сыны пророков и завета, который возвещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. О, Рома, спасибо большое. Спасибо, супер. Друзья, давайте мы сейчас попробуем этот текст просмотреть и сделать пересказ. Вот. В принципе, он такой текст немножечко, знаете, витиеватый такой, но имеется в виду такой, может быть, не сразу понятно, но хотя бы общую идею, смысл, как бы вот можно попробовать сейчас вот прочитать и пересказать. Вот. Анечка, а можешь мне дать современный, может быть? Угу. Друзья, я еще, может быть, все-таки продублировал бы на современном переводе. Я думаю, что это было бы здорово. Смотрите, нищий держался за Петра и Иоанна, и весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Соломона. Увидев это, Петр обратился к народу: «Израильтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил своего слугу Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить его. Но вы отреклись от святого и праведного, и вы просили, чтобы вам освободили убийцу. Вы убили начальника жизни, но Бог воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Имя его укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, вера которого от него исцелила его у вас на глазах. Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию, но именно так Бог исполнил то, что он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Христу предстоят страдания. Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления и чтобы Он послал предназначенного вам Христа Иисуса. Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, время, о котором Он давно возвещал через своих пророков. Ведь Моисей сказал: «Из ваших братьев Господь ваш Бог поставит вам пророка, подобного мне, вы должны слушаться его во всем, чтобы он не сказал вам, и всякий, кто не послушает его, этого пророка, будет искоренен из народа». Тогда и все пророки, которые когда-либо говорили, начиная от Самуила, также предсказывали эти дни: «Вы же наследники пророков и наследники завета, который Бог заключил с вашими отцами. Он сказал Аврааму: через твое потомство получат благословение все народы земли. Когда Бог воскресил своего слугу, он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел». Вот такой интересный текст. Друзья, попробуем пересказать его.
Это я так думаю, что нам, наверное, Настя подключилась, да, с Антоном, наверное, я так думаю. Да. Вот, все, ребята, привет. Привет. Хорошо, друзья, давайте попробуем, сделаем пересказ этого текста. Кто бы хотел бы начать? Ну, в текст не подглядывать, конечно, как обычно. Ну, давайте. Ну, Рома хотел бы начать, а мы продолжим. Ну, первое, с чего начинают здесь апостолы, это, так скажем, немножко уйти от хвастовства, пояснить, что это не их заслуга, а что это именно заслуга Бога, вот, что он даровал. Это же не то, что Бога, а именно Иисуса Христа, что они с именем его пришли. Потом, естественно, идет небольшой такой укор, наверное, так немножко, что народ израильский, ну, предал Иисуса Христа. Как бы, ну, рассказывая те события, которые происходили, после чего, понимая, что могут быть действительно какие-то причины, вот в частности здесь говорится неведение, что народ предал по недопониманию, вот, произошло вот то, что и было предсказано заранее и предыдущими пророками до этого, что сам Бог говорил, то в принципе должно, ну, то и исполнилось в итоге, поэтому уже здесь в принципе, ну, этому суждено было случиться. Mm-hmm. Дальше апостолы говорят, что нужно покаяться, mm-hmm. и прийти к Богу, ну, через покаяние. Mm-hmm. Да, то есть, и там интересно написано, что покайтесь, и чтобы были изглажены ваши грехи. Mm-hmm. То есть грехи, они, видите, человек освобождается от грехов не от того, что он отрабатывает их, да, а потому что он признает свою ошибку перед Богом, и Бог прощает ему, он очищает его от греха. Вот. Но это происходит только через покаяние. То есть, когда человек признает себя греховным, что он совершил грех, он признает это перед Богом, и Бог прощает ему грех. Вот это очень классный момент. Вот молодец, Рома, что на это обратил внимание. Кто бы хотел что-то, может, добавить, что еще не было сказано? Ну, вообще, ну, так достаточно очень хорошая память Ромы. Вот, так что, кто хотел бы добавить? Может, что-то не было сказано еще? Ну, я помню то, что они свидетели воскрешения Иисуса Христа. Так, абсолютно верно, да. То есть они выступают в роли свидетелей. Да. А потом, смотрите, тут еще есть упоминание двух праотцов. Два праотца, это, смотрите, это в израильском народе есть два авторитета, да, это Моисей. Mm-hmm. Это Моисей, это, считайте, это как вождь израильского народа. Вот если раньше в Советском Союзе, когда говорили Ленин, то говорили, это вождь советского там народа, короче, Ленин. Так вот, в Израиле Моисей, это чуть ли не самый главный пророк. То есть это как вот, например, в исламе это Мухаммед, вот у евреев это Моисей. Так вот, есть еще один праотец, это Авраам. А Авраам это вообще родоначальник израильского народа, то есть из которого вообще произошел этот народ. То есть Авраам это родоначальник, это тот, который, через который вообще произошел израильский народ. А Моисей это тот, который дал закон. И постановление от Бога. То есть это как бы начальник рода и начальник вообще закона и вот вообще культуры еврейства. Да? И вот они цитируют Авраама и Моисея как два авторитета израильского народа о том, что они еще тогда пророчествовали о том, что придет Христос, которого нужно слушаться. И нужно иметь послушание Христу точно такое же, этому пророку, да, как говорится, которые, как они, даже слушались того же Моисея. То есть это очень интересная такая деталь. Вот. И там еще даже Моисей говорил, а кто не послушается слов пророка сего, будет изглажен из народа. Представляете? То есть была даже такая угроза, что человек вообще потеряет шанс называться или быть частью народа израильского. Это вообще, ну, удивительно. То есть он проводит такую очень серьезную такую, как бы цепочку вот логическую, он даже приводит, что вообще Христос это как бы завершение вообще вот этого вот как бы цикла вот этого. По сути, это то, к чему было все направлено. Хорошо, друзья, молодцы вообще, ну,
Классно прям вообще-то, вы меня так порадовали. У вас такая память хорошая, все так запомнили. Даже лучше, чем я, например, даже. Вот. Хорошо, тогда давайте вернемся к тексту. И вот наши замечательные три вопроса, три контрольных вопроса. Мы сейчас попробуем на них ответить, да? Ну, первый вопрос. Ну, смотрите, тут очень много говорится вообще об Израиле. Вот. Ну, понятно, что мы не евреи, да, например. Вот. Но, с другой стороны, можем попробовать так сделать. Израиль-человек, да, то есть вообще то, что касается Израиля, и то, что касается людей, да, вот как-то попробуем так. Давайте все-таки начнем с того, чтобы нам порассуждать, что мы вообще здесь о Боге узнаем. Вот, и я думаю, что это нам очень сильно поможет, как бы, этот текст, он нам откроет истину о Боге, потом истину о человеке, и что вот мы можем в нашей жизни изменить, или вот к чему он нас, этот текст может побудить, чтобы в нашей жизни что-то поменялось. Вот. Ну что, начнем тогда с что в тексте говорится о Боге, и вот вверх, сверху вниз как бы можем пройтись. Да? Что Бог один и тот же. Бог, то, что был в прошлом, и Бог теперешний. Отлично. А где, Людочка, где ты, в каком это стихе, чтобы я мог подчеркнуть? 13-й. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших. Так, отлично. Там не пишется один и тот же, но я такой вывод делаю, что то, что мы в прошлом, значит, сейчас. Так, Бог отцов, да. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших. То есть прославил этот же самый Бог, да, например, который был тогда, он же и прославил сына своего Иисуса. Да, то есть он проводится связь, что он является как бы Богом праотцов, и этот же Бог наших отцов, этот же Бог и прославил сына своего Иисуса Христа. То есть это не какой-то другой Бог, это тот же самый Бог. Бога есть. Отлично. Святой и праведный, да? Да, то есть Бог, он, но вы от святого и праведного отреклись, да, то есть Бог, он святой и праведный. Ну, по сути, видите, тут написано, но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку убийцу, да, это, помните, это была история, когда стоял, значит, этот разбойник перед Пилатом, да, разбойник какого звали? Варава. Был разбойник Варава и был Иисус Христос. И вот, смотрите, апостолы, они называют Иисуса Христа святым и праведным. Вот, это ему как бы дается, вот эта речь тут идет об Иисусе Христе. Вот, вы, говорит, вы от святого и праведного отреклись от Иисуса Христа и попросили, чтобы вам вместо него дали человека-убийцу Вараву. Вот. И кто еще Иисус Христос, 15 стих? Начальник жизни. Начальник жизни. Начальник жизни. А как вы думаете, а что значит начальник жизни? Как это можно еще? Вот такая характеристика. Так как раньше мы читали, что он все сотворено было для него и во имя его, и ним. Да, по сути, он причина. И он же причина жизни, и он же как бы и через него Бог и сотворил все живое на земле, да? Через Христа, через Слово. Об этом очень много написано. Это Евангелие от Иоанна, первая глава, об этом написано в Бытие, первая глава, что Словом Божьим было сотворено все живущее на земле. Да? Угу. И вот интересно, смотрите, начальника жизни убили. Представляете? Тот, который даровал жизнь ему живущему на земле, его это же творение и убило. Представляете, вот насколько, ну, такой вот оно как-то такой немножко прием литературный, но он страшно на самом деле получается. Вот. То есть это все равно, что, знаете, вот как бы родители, которые родили ребенка, и эти дети убили потом этих родителей. Представляете, это, то есть вот где-то вот так же жутко это все выглядит. То есть Христос, который создал это все живое, и это же творение восстало против Христа и его убило. Все очень жестоко. Ага. Еще, смотрите, 15 стих, что мы о Боге знаем здесь. Что Бог воскрешает из мертвых. Вот. Он может, точнее, воскрешать, он всемогущ. Конечно, конечно. Спасибо, Анастасия. Бог, но этого Бог воскресил из мертвых. Этого Бог воскресил из мертвых.
хотя его люди, его творение убило, пригвоздило на крест, да, из-за там ненависти, зависти и всего остального, но вместе с тем Бог Отец, он его воскресил из мертвых. То есть они не смогли, все равно он как бы воскрес. Отлично. Что мы еще о Боге узнаем? Что вера в Него дает нам силу и исцеление. Аминь, точно. Вера в Его имя. Да, вера в имя Его. Имя Его укрепило сего. Да, то есть вера в Его имя и имя Божье, сила Божьего имени, оно, по сути, исцелило вот этого хромого человека. Отлично, отлично. И вера от Него, получается, да? Вера, которая от Него. Ага, вера от Него, то есть и вера от Бога приходит, и она же даровала ему исцеление. Видите, друзья, исцеление, оно даровано, да, как бы Богом, то есть оно незаслуженное, не купленное, не проданное, а оно дарованное, Бог дарует, Он дарит человеку. Угу. Что еще, друзья, может быть, дальше? Ну, если взять, кстати, условно, если смотрите, взять этот текст, вот разделить вот так по смысловым отрывкам, да, например, то я бы видел вот так, смысловые отрывки выглядят следующим образом. Вот это первый отрывок, вот это, так, вот это второй отрывок и вот это третий. Это если бы я его разделял вот так, вот, потому что первый отрывок, он вообще говорит о том, что произошло в прошлом. То есть это, вот если взять, например, вот, допустим, воскресение, да, вот воскресение Христа, вот. Вот это то, что было, да? Вот это то, что было. Это первый отрывок. Вот это первый. Потом второй отрывок. Это что же нам сейчас делать? Так? А третий отрывок – это вообще отрывок, который говорится о том, что было задолго до вообще до Христа. Да, то есть это вообще о пророках идет речь. Да. Поэтому вот теперь второй отрывок. Вопрос, знаете, вот, ну хорошо, убили мы там, ну там все, ну Христа вот распяли, он воскрес. Короче, вот, а что делать теперь с этим всем, да? Вот 17 стиха, что здесь еще о Боге узнаем? Что мы еще здесь... Вот давайте 18 стих. Вот здесь мы о Боге тут узнаем. Да, что мы о Боге узнаем? Бог сдерживает обещание. Да. Да. Говорит нам обо всем. По сути, предвозвестил – это предсказал. Да, Бог предсказал устами пророков пострадать Христу. То есть это то, что было давно еще в пророчествах, давно еще сказано об этом. Кстати, вот я тоже немножко такую ремарочку скажу. Есть такое понимание, вот якобы, ну это, кстати, в исламе часто вот такое встречается понимание, что когда Моисей говорит, что Бог воздвигнет вам другого пророка, его слушаетесь, да? Они говорят, что это вообще речь идет о Мухаммеде. Это не о Христе идет речь. Это если вы с мусульманами будете, ну, которые, ну, такие, знаете, продвинутые. Так вот, единственная только проблема возникает в том, что Мухаммед не страдал. Понимаете? Понимаете? То есть, что интересно говорится, что будет пророк, его слушайте, но будет пророк, страдающий пророк, которого убьют. Нет, они цитируют там, где его слушаете. Да, а там, где вот, и вот если вы когда-нибудь столкнетесь с этой, что вам будет рассказывать, что вот говорилось о Мухаммеде, то они именно берут ту часть о Мухаммеде, где надо его слушаться. Вот, а там, где ему надо пострадать, они почему-то в этом ничего не указывают. Поэтому, но здесь, видите...
Да, ну вот такая есть особенность, поэтому вот это надо знать. И смотрите, что делают, например, апостолы, они что говорят? Что о Христе еще было давно задолго сказано, что он будет пострадать. Об этом говорил еще Бог. Вот. И что вот это тот пророк, ну это потому что Моисей говорил на самом деле о пророке, но пророк это тот, который возвещает волю Божию. Да? Его надо слушаться во всем. То есть вот такой вот интересный момент. И, кстати, вот еще тоже скажу такую мысль, что на самом-то деле, если взять Моисея, смотрите, Моисей – это пророк, который почитается во всех трех религиях. Вот, смотрите, Моисей почитается исламом, иудаизмом, и он почитается христианством. Это пророк в трех как бы религиях, да? Теперь смотрите, если взять Христа, он почитается в христианстве и он почитается в исламе. Вот, это тоже интересный такой момент. Мухаммед, он почитается только в исламе. Поэтому если мы, например, берем, даже с этой точки зрения, то как бы шансов у Христа намного больше на истинность, да, претендовать, чем, например, даже у того же самого Мухаммеда, к примеру. Но это, опять же таки, это немножко полемика, касающаяся апологетики. Ну, в общем, давайте вернемся к тексту. Я чуть ушел в сторону, но давайте к тексту. Смотрите, что мы еще о Боге узнаем? Вот 20 стих, 21 стих. Да. Что мы еще узнаем? 20 стих, 21. О Боге. Что Он пошлет нам своего Сына. Вот, абсолютно верно. Бог пошлет, предназначил, да придут времена отрады от лица Господа, да пошлет Он предназначенного Иисуса Христа. Интересно, а предназначенного для чего, как вы думаете? Для спасения человечества от греха. Да. Да, получается, Спасителя, который будет послан для того, чтобы спасти людей от греха, да, от погибели. Ага. 20. Угу. А 22 стих. Может быть. Что мы еще о Боге здесь узнаем? Ну, это похоже, да, говорит Бог сами всех святых своих пророков. Людочка, извини, пожалуйста, плохо слышно. Еще раз можешь повторить? 21. Говорил Бог устами всех святых своих пророков. Ага, что это значит? Что Бог использует людей, которые верят в Него. Ушел Сергей. Нет, Сергей. Ребята, извините, у нас тут просто человек, в смысле, в общем, все понятно. Так, смотрите, так, Господь пошлет пророка. Так, сейчас, секундочку. Что мы еще здесь? Ну да, в принципе, видите, вот даже 26 стих, если взять, например, то тут, в принципе, тоже идет повторение. Бог воскресил Сына Своего Иисуса Христа. Видите, Бог воскресил. Но мы обычно говорим, Христос воскрес, да, например. Ну, как будто бы Он сам по себе воскрес, да. Но если внимательно читать вообще Новый Завет и послание, то там написано, Бог воскресил Сына Своего Иисуса Христа. То есть, по сути, воскресил Бог Сына. И написано, что и нас воскресит вместе с Ним. То есть воскрешение человечества,
которое будет, ну, детей Божьих, будет тоже произведено силой Божьей, Бога Отца. Это тоже есть такой текст. И нас воскресит в свое время. Но Бог воскресил Сына Своего, и нас воскресит в свое время. Вот как-то вот так. То есть, ну и тут как бы тоже идет повторение. Хотя, ну технически как бы оно вроде бы так выглядит, но хотя если сказать, что Сын, что нас воскресит Сын, ну это тоже как бы не проблема, потому что Он тоже Бог. Ну, с другой стороны. Поэтому, ну вот формулировка вот такая. Да, и вот смотрите, к вам первым послал, то есть иудеи вообще были первые, кого Бог послал благословить вас, отвращая каждого от злых дел. А что еще сделал Бог? Вот интересно, вот 26 стих. Смотрите, Он воскресил Сына, да? Здесь написано, что еще сделал Бог? Послал Сына назад. Он послал Сына к людям. Ну, первые это были евреи. Это изначально был к ним послал. Для чего? То есть, что Бог хотел, когда Он, ну, как бы Сына... Что-то? Чтобы благословить. Да, Он послал Его благословить нас. Да, абсолютно верно. Благословить, это первое. И еще что? Отвратить каждого от злых дел. Вот. Вот интересный момент, да, получается, что... Вот это классно, да. То есть поставить на путь... Что это значит? Давайте немножко порассуждаем. Что это для нас жить значит? Во Христе, то есть поставить на путь истинный, который угодно, то есть сделать как бы из грешной жизни безгрешную. Да. И вот смотрите, слово «отвращая», да, вот слово «отвращая», вот кто-то, может, хотел бы поделиться, что это может значить слово? Это такое интересное слово «отвращая». Поменять желание, убрать желание. То есть... Да. Отвратить это, развернуть, или вот Рома тут подскажет, разворачивать, да, или отворачивать человека от злых дел. Вот мы как обычно Бога воспринимаем. Господи, благослови мою семью, там, мое потомство, чтобы детки не болели, там, денежек дай мне, насыпь, пожалуйста, чем побольше, да. А ведь на самом деле, смотрите, это половина истории на самом деле. Потому что Бог воскресил Сына Своего и послал к вам для того, чтобы вас благословить, и это абсолютно с этим согласен. Но Бог не хочет на самом деле нам зла, Он хочет, чтобы у нас мы благоденствовали, все было хорошо. Но с этим немножко есть и другой момент. Он хочет, чтобы, или Он отворачивает нас от злых дел, которые мы делаем. То есть человеку свойственно делать грех. Ему нравится делать грех. И что делает Бог? С одной стороны, Он благословляет человека, но Он его также и что делает? Отворачивает. Он импрув как бы нас, как это, улучшает. Он улучшает свое творение постоянно. Ну как, два раза. Да, потому что, ну, многие к Богу так и относятся, там, так, надо там что-то сделать, там, какой-то обрядик, чтобы там не сглазить, чтобы на меня там, понимаете, там, все у меня в жизни там получалось, чики-пики там, знаете, чтобы все было хорошо, а, ребята, извините, а как это, у вас все хорошо, а грешить как насчет? Ну, и тут даже человеку тяжело это сделать самостоятельно, но у человека внутренне появляется нежелание грешить, вы понимаете? То есть это внутреннее как бы изменение природы, и как будто бы человеку перестает нравиться делать зло. Вот интересный такой момент. И это тоже Божья работа. Отвращает человека от злых дел. Интересный момент, да? Хорошо, друзья, что-то о Боге мы что-то, может быть, могли бы добавить, если что-то есть, и можем перейти к другому уже к вопросу. Кто-то хотел бы... Я бы добавила, что Бог любит нас, исходя из этих стихов. Да, Он заботится о нас всегда, несмотря на то, что мы вечно Его подводим. Да, 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 да. Да, Бог нас любит бесконечно. Вот. И так интересно, здесь написано, послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Ну, то есть, благословить, отвращая от злых дел. Ну, то есть, там не наказать, чтобы отвратились, да, а благословить, отвращая от злых дел. Ну, то есть, Бог... Но по сути свое творение Он завоевывает любовью, а не там надавал всем. Да, да. Надежды на покаяние. Да, ну то есть вот так через любовь, да, Он
работает с нами. Да, 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 интересно, интересно. С одной стороны, а с другой, что это его труд, как бы он помогает нам отвращаться от злых дел. А нас так и манит туда, в злые дела наши, да? Ну да, но в принципе, как бы, чем больше с Богом живешь, тем меньше хочется грешить. Но это на самом деле правда. Вот, потому что... Это его заслуга, на самом деле, да? Да, 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 да. Это вообще интересно. Это, ну да, в общем. Хорошо, друзья. Ну что, перейдем ко второму вопросу, что мы здесь узнаем о Боге. Если что-то еще добавить, что о Боге мы узнаем. Если нет, то, может, перейдем ко второму вопросу, что мы узнаем здесь о человеке. Тут на самом деле не так уж и мало, что мы вообще о людях узнаем. Я думаю, такой поучительный текст на тему вообще Пасхи, воскресения. Кто бы хотел начать? Что люди, человек удивляется каждый раз чудесам Бога. Да, да. Сбегается на чудеса. Как будто бы не верит до конца. Да, 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 это абсолютно верно. И самое интересное, да, вот смотрите, прямо сбежался притвор, называемый Соломонов, да, вот прямо они так, кажется, сбежались, они увидели исцеленного хромого. Вот. Ну, интересно, смотрите, вот когда исцеленный хромой, вот он был, вот, ну, хромой, это, знаете, это как бы, ну, как, он когда, просто они когда шли, апостолы, он такой на них посмотрел, так, ну, чтобы они денег ему дали. А вот, и когда он говорят, что ну, серебра и золота нет у нас, но то, что есть, то даем тебе, встань и ходи. Одно, знаете, вроде бы как, ну, такой момент, что, ну, так, ну, если денег нет, то зачем тогда уже, о чем тогда идет речь, да, как бы. И тут, значит, этот хромой вскочил такой, и, ой, он такой, все, у него ходить начал. Ну, он по-настоящему был хромой, то есть, не там притворялся. И смотрите, он ходил вместе с Петром и Иоанном. Он от них не отставал, понимаете? То есть это человек, который получил исцеление, как бы он понял, что вот тут вот что-то произошло такое. Вот я тоже хотел сказать о людях, которые получают в жизни такой момент какого-то освобождения, да, там какой-то прорыв в жизни. Вот они, особенно это если связано с Богом, конечно, то они очень потом, ну, близко к Богу ходят. Вот они чувствуют, что да, благодаря Богу у меня в жизни, ну, много чего в жизни изменилось, как бы. И тут это видно, как бы исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна. Он мог бы сказать, ну что, ребят, спасибо, конечно, начал ходить, все-таки пойду дальше, у меня там просто точка проплачена, надо дальше денег собирать. Вот. Нет, он не пошел, он не вернулся, видите, он пошел уже с Иоанном и Петром. Вот. Значит, не из мафии. Рома говорит, не из мафии, значит. Смотрите, вот 12 стих, вот что мы о людях можем здесь, что мы о людях можем здесь узнать? Ну, мне кажется, что часто, возможно, мы за какими-то вот подобными вещами часто видим людей, ну, а не Бога, да, нам свойственно. Ну, Петр даже так обратился к людям, что не удивляйтесь, это мы не своей силой, либо своей там праведностью это сделали, что это Бог. Больше, наверное, правильнее, наверное, будет сказать, что люди все пытаются, чтобы человек стал всемогущим, доказать. Поэтому говорят, что вы думаете, нашли человека, который стал там, чудотворцем или имеет какую-то сверхъестественную силу. Это не мы, это Бог. Да, да, интересно, интересно. Ну, слышно было, да, Румчик сейчас поделился? Янечка, да, слышно? Да, да. Отлично. Да, смотрите, вот интересно, что людям свойственно видеть, будто бы кто-то и обладает какой-то сверхспособностью, да? Либо даже мы так хотим это. Или мы хотим это. Мы как-то не к Богу хотим, а к людям. Там вот такая там тетя Глаша, там какая-то... Баба Маруся. Умеет. Все решает. Чакры. Чакры-макры.
потому что это живой, если видишь реальные факты, тяжело видеть невидимого. Да. Ну и видите, и это еще большое искушение для самого человека, да, например, Петр мог бы сказать, а, да, это мы, вы знаете, вот у нас касса под собой, мы тут коробочку, вот, деньги ложим в коробочку. Сережа, я хочу прокомментировать, можно? Давай, давай, конечно, Анечка, конечно. Насчет того, что вот люди, мы даем цену людям, но Бог ведь нам и посылает людей, чтобы с помощью этих людей мы что-то там поправили, свое здоровье или еще что-то. Ну, то есть, как бы, почему люди не могут иметь этот дар какой-то? Ну, то есть, Бог нам дает мудрость, я не знаю, знания, чтобы мы помогали другим людям. Да, я думаю, смотрите, в этом тексте конкретно, да, если мы вот посмотрим на него, то, смотрите, у Петра было два варианта сказать, да, спасибо, Петр, я чудотворец, вот, и люди пошли к Петру, как бы, а у меня тут нога болит, тут у меня руку тянет, смотрите, но у Петра была совсем другая мотивация, да, у него была совсем другая цель, его цель была рассказать об Иисусе Христе, который этот израильский народ отверг. Понимаете, если бы он в этот момент сказал, это я сделал, то, по сути, если бы он начал говорить потом о Христе, он уже был бы людям неинтересен, понимаете? А так как он сказал, да, это чудо, да, оно вас удивило, но это не я сделал, это сделал Христос, которого вы распяли. Понимаете, это совсем меняет правила игры. Вот. И после этого уже это такой момент, от которого, против которого ты не попрешь, как бы, да? Ну, во-первых, он воскрес. Это уже первое говорит, как это он мог, а как он мог исцелить, если мы его только недавно, ну, погребли Христа. А вот, понимаете, то есть, так как бы это тут стало, как это сказать, это стало уже новостным поводом для того, чтобы как раз рассказать о Христе. Вот. И даже вот этот комментарий Анечки, классный, ну, на самом деле классный вопрос. Ну, то есть это не отвергается, ну, тот момент, что действительно Бог дает, ну, там, людям какие-то способности. Просто вопрос, как они ими пользуются. Ну, вот, поскольку это же Бог дает, это не то, чтобы что-то их, да. То есть главное, чтобы человек при этом, ну, как бы, Бог, людей других к Богу как бы указывал, именно Бога, а не на себя, знаете, себя возвеличивал. Да, я такой честный был. Перед самим собой честный был, да, то есть он... Да, да, ну что, слава понимаю. Все-таки Богу принадлежит, знаешь. Угу. Да. Угу. Так, опять гробница пуста. Извините, друзья, я чуть отлучился. Смотрите, может быть, дальше продвинемся, да? Yes. Хорошо, отлично. Смотрите, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Отцов прославил Сына Своего, да? Ну, давайте, может быть, посмотрим с 13 стиха и ниже. Ну, единственное, я хотел только один момент сказать по Петру, да, 12 стих. Это очень большое искушение было для Петра, чтобы не использовать эту ситуацию. Ну, я так думаю. Знаете, ну, мы же как бы люди такие, что, ну да, конечно, это же я там тут исцелил человека, понимаешь. А он говорит, нет, это все Христос и сила Христа. Поэтому я думаю, что то, что я здесь можно узнать о человеке, это большое искушение, но правильно будет и... Если человек правильно оценивает, что на самом деле это не он сделал, это Христос сделал. Это он даровал человеку как бы прощение, да, ой, вернее, исцеление. Вот, так, вот такой момент. Да. Да, тот Рома сказал, ну, было бы хорошо, чтобы он погромче сказал, но он говорит, что как бы для Петра было сложнее, когда он отрекался от Христа.
А сейчас как бы для него это такой хороший шанс реабилитироваться, когда наоборот говорить о Христе, и, потому что он получил прощение как бы от Христа, и он как бы наоборот, он вот. Ну и здесь еще я продолжу мысль Люды, что она говорит, что ну, тяжело видеть Бога, потому что ну, мы его не видим, просто он невидимый, да? Ну то есть часто мы видим людей, а не руку Божью. Ну как вот по сути, как вот эта толпа и увидела, да, Петра и Иоанна. Хоть еще такой момент, но на самом деле очень много от человека зависит, который перенаправляет ли он вот эту Божью славу Богу, как бы вот такой момент. Понимаете, да? То есть, с одной стороны, люди могут не разобраться, то есть они могут запутаться, да, там, например, ну, непонятно, Бог это делает или человек чудотворец делает. Но от самого вот этого человека зависит, кому будет потом слава. Или Богу принадлежать, или он себе ее заберет, понимаете? Вот я просто, у меня такая просто мысль тут возникла. Mm-hmm. Угу. Хорошо, друзья. Да, там Людочка написала в чат, что она сейчас просто в гостях с Ромой, поэтому она так подключилась немножко, то она попросила, что она сейчас вынуждена отключиться, но ничего. Смотрите, давайте немножечко дальше продвинемся еще по тексту, что мы еще здесь узнаем о Боге, ой, о человеке. Ну, 13 стих, это как бы понятно, да, тут... Люди Бога знают давно. Да, люди Бога давно знают, а с другой стороны, это не помешало им как бы ну, предать Христа на распятие. Ну и смотрите, еще интересный момент, вот 13 стих. Смотрите, они выбирают Вараву, люди, да, а при этом Христа распиная, да. Вот, ну на самом деле, мне кажется, за 2000 лет ничего не поменялось. Вот смотрите, например, вот даже сейчас взять, ну вот если у человека, ну вот взять просто вот посмотреть в голову человека, да, заглянуть, и вот всегда какое-то, ну извиняюсь за выражение, уродство, когда оно всегда человека, пошлые шутки, уродство какое-то, оно всегда привлекает больше, чем что-то святое, назидательное, знаете, вот, ну к сожалению, но это такая особенность, да. Например, вот если авария какая-то произошла, например, и вот люди едут, они прям все хотят увидеть кровь, там, чтобы растерзанное тело там валялось там с кусками там на трассе, да. А вот остановиться там, пойти в храм помолиться, да, то что-то у нас не сильно народ задерживается на машине, он мимо так, ох, проезжает. Ну, то есть, видите, вот это, вот в этом как бы суть человеческой природы, греховной, да, вот в 13 стихе. Вот вы нам дайте Вараву, как бы, а вот Христа можете забирать себе. И вот такая особенность, как бы. Вот. Да, поэтому вот это 14 стих, к сожалению, есть такой особенность. Опять же, 14 стих то же самое. 14 стих. Видите, святого праведного отреклись, а просили дать человека убийцу. Вот же вот особенность такая. Начальника жизни убили. Вот так вот. Это я, кстати, недавно, может быть, я, даст Бог, немножечко чуть позже вышлю в группу. У меня как-то так... Я не знаю, кто такой автор, я не знаю, кто этот, ну, сделал вот этот, как бы... Ну, там... Ну, в общем... Потом вышли, он рассказывает такую особенность человека. То есть, например, там у человека книжку почитать нету времени, зато у него время там какие-то пошлые шутки рассматривать там, в социальных сетях. Потом, ну, то есть, вот он такое делает очень интересное такое параллельное сравнение вот, сути человеческой, как бы, и то, что ценится по-настоящему. Он говорит, например, говорит, чтобы в рай попасть, это бесплатно, но никто туда не идет. Но чтобы в ад попасть, за это надо платить, и все за это платят. Например, за ночные клубы, за там, женщин легкого поведения, за алкоголь, за наркотики. Это ж платить надо большие деньги, как бы, да? Оно куда ведет? Погибель. И человек за это платит, как бы. А вот в рай бесплатно, никто, ну, как бы, мало кто хочет идти. И вот это мне вот эта картина, 13-14 стих, очень показывает вот это падший
ценности падшего человечества, как бы. Вот. Даже вот сейчас, возможно, меня так поразило. У нас Никитка в школу его берут для мальчиков, и пришел у нас буклет их, и ну и они там рассказывают, там какая программа, что они празднуют там, и ну там ну, праздновали же день равенства, да, месяц равенства у нас был, да. И с одной стороны, Нельсон Мандела, ну классно детям знать, ну реально про такую историческую личность, ну хороший пример, да. А с другой стороны, Флойд, да. Ну то есть я думаю, слушайте, ну вот какие вот сейчас герои, да. Ну вот как-то странно, да, даже два вот таких разных человека поставить, что вот это наши герои. Думаю, там человек, который ну, поднял всю нацию, да, и Флойд, который хотел, чтобы его не убили. Ну, то есть, вот это его героизм, да, ну, то есть, и вот, вот такие наши сейчас герои почему-то жаль, что, ну, вот мы воспеваем что-то такое подобное. Да. А, друзья, давайте немножечко по тексту ниже продвинемся, да? Что мы еще про человека? Вот с 15 стиха ниже про человека. Да, с 15 и ниже. Что мы о человеке еще узнаем? Что люди стали свидетелями воскресения Христова. О, отлично. Ну и даже сами апостолы говорят, мы стали свидетели, да, вот воскресения Христова. Угу, отлично. И ради веры во имя Его. Имя Его укрепило этого, что которого... может быть исцеление. Вот, по вере человек, да, то есть вера, получается, имя Божье дает исцеление по вере человека, да, вот так как-то. Да, да, да. Ну, если, да, если человек не верит в Бога, то оно... О чем можно говорить? Да, да, да. Он будет помогать, если ты веришь. Да, и вот смотрите, вот если взять 16 стих, вера, которая от него. Вот. Это, знаете, я сразу вспоминаю, вы когда-то смотрели такой фильм советский «Дежавю». Не смотрели никогда вы фильм «Дежавю»? Говорит там, ну это такой фильм про советскую Россию, значит, это он говорит, Бога нет. А то он говорит, почему Бога нет? Да я сколько не молился Богу, вот, чтобы он мне дал велосипед. Он мне никогда, в общем, так мне Бог не дал велосипед. И в этот момент с балкона значит, выкидывает вот, такой, знаете, тандем такой, двухместный велосипед. Он прямо падает вниз такой. И он такой ловит такой, с таким, значит, выражением глаз такой. О, говорит, спасибо, Господи. Ну, то есть, знаете, вот иногда у человека отношение к Богу такое. Бога нет, потому что я к нему молился, а он мне не ответил. Знаете, да, а тут, знаете, так интересно, что написано «вера от него», и имя Божье дает исцеление. То есть даже не вера дает исцеление, не я даю исцеление, Бог дает исцеление, но по вере, которая приходит также и от Бога. То есть внутреннее убеждение, что Бог сейчас хочет дать этому человеку исцеление, и Божья сила дает ему исцеление. Как-то вот так. Врач исцелит, но если ты ему откроешь дверь. Да, так что интересно такой момент. Друзья, еще с 17 ниже стиха. Кто хотел бы, пожалуйста, или кто-то выше, ниже. В общем, буду очень рад, если поделитесь мыслями, что о человеке здесь мы еще узнаем. Семнадцатый стих очень сильный 17 стих, прям по человеческой натуре вообще. Что Петр знает, что такое предательство. Петр знает, что такое предательство. Да, и то, что ну, по невидению можно ну, оступиться. Да, то есть начальники, что вы и как и начальники ваши сделали это по невидению. Что это значит? Как, давайте немножко порассуждаем. Что сделали и по какому неведению? Не понимаю, да?
не понимаю. Иногда бывает так, что не каждый человек в отдельности понимает, что происходит. Иногда порой мы прельщаемся чьим-то мнением, кого мы, скажем, уважаем. Получается, идем под его мнением. И всегда может так оказаться, что мы даже не проверяли, а действительно ли это мнение правильное. Отлично, отлично. Отлично, Роман. Да, то есть можно делать плохие вещи, грехи, да, например, там, Бога отвергнуть, вообще по неведению даже. Ну, по неведению это имеется в виду даже по, ну, непониманию, да, вот ситуации. В каком-то смысле, видите, то, что делается грех человеком, да, по неведению, то есть, ну, человек не знал, что так нельзя, да? Но это все-таки какое-то коллективное мышление. Ну, то есть, вместо того, чтобы иметь свое какое-то мнение, мы идем за толпой, да, вот почему, почему, уже никто даже не знает, почему там драка, да, все просто бьются и все. Да. Ну, да, либо там все кричат, а почему кричат? Да, то есть можно сделать преступление по неведению, да, да, в толпе как бы. Вот. Ну, то есть, ну, человек может сделать преступление по неведению, например. Ну, проступки. Проступок, либо, ну, вот даже отвергнуть Бога, да, потому что ты за толпой идешь. У тебя не своей головой думаешь, да? Да, ну, но смотрите. По течению, да? Да, то есть это такой момент есть, то есть они выбрали убийцу, Христа отдали на распятие, жестоко убили его, и это был поступок по неведению сделан, говорит, и Петр говорит, я знаю, братья, что вы это сделали, но не понимая, что вы делаете. С другой же стороны, смотрите, у человека есть, вот, например, вот возьмите, смотрите, вот, допустим, вот поступок, да, поступок. Вот человек сделал, да, его. Он его сделал по неведению. Теперь у человека появляется такое раздорожье, да, такое, или вилка такая. С одной стороны, смотрите, он говорит, что это было Богом, поступок по неведению, да, преступление. Неведению. Сделан, и он допущен был Богом, 18 стих. Это Бог допустил эту ситуацию. Это был Божий план, чтобы так произошло. Но теперь смотрите, у человека, вот, у людей, которые слушают сейчас проповедь, есть два пути, что с этим делать. То есть они преступники, они сделали грех, они сделали преступление. Теперь у них два варианта. Вот какой предлагает вариант сейчас Петр? Да? Вот каких у них есть два пути? Вот они все преступники теперь. Путь номер один с 19 стиха. Покаяться и обратиться. Да, покаяние. Когда человек говорит, слушайте, я даже не знал, что это был праведник, я даже не знал, что мы убили святого человека, начальника жизни. Господи, прости мне мои грехи, что я так поступил, да? И второй поступок у человека. Вот у него решение это покаяться, признать свою вину и попросить у Бога прощения. И написано, смотрите, что произойдет. 19 стих. Будут стерты грехи, да? Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились, да, или были стерты грехи ваши. Покаяние и обращение, да, покаяние и обращение. Обращение. И второй вариант, вот развитие событий. Не покаяться. Не покаяться, да. И вот смотрите, тут так и написано, 22 стих. Смотрите. Слушайтесь его во всем, чтобы он не будет вам говорить. И будет, что всякая душа, которая не послушается пророка этого, истреблена будет из народа. Представляете? Не покаяться, да? Не покаяться. Истреблена. Да. То есть есть два варианта. Либо человек игнорирует, то есть все, уже, ну, уже распяли Христа, уже убили, поступили уже безобразно. Теперь два варианта. Либо человек кается и просит у Бога прощения, либо он не кается, и он погибнет просто. То есть смотрите, друзья, вариантов вот только два. Развитие событий.
Нет, у меня написано «будет истреблено». Здесь истребится. Вот, вот такой вот предлагается вариант. Очень интересная мысль. Допустим, там, а какой это стих? 23 стих. Тут Анечка хочет. Дома хочет сказать. Всякий, кто послушает. Аня, только тебя не слышно. Ты можешь микрофончик. Не-не-не, ты выключи. Сейчас, секундочку. Просто такой момент, что в синодальном переводе идет, что будет всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Это в синодальном переводе. Здесь, ну, такую душу. Душа – это то, что сами выбираем выбор отвернуться от Бога. Сама себя душа истребляет, да? Из его народа. В принципе, здесь не кто-то, не Бог делает, что изгонит из народа, там, откажется от него. Нет, сам человек откажется. Ну да, у нас просто был вопрос, это страдательный залог или все-таки нет? Страдательный либо какой? Не страдательный, нет? А мне кажется, будет истреблено. А здесь истребится. Самоуничтожится. Сейчас я посмотрю в греческом. Анечка, можешь? Да, вот интересно, видите, истребится из народа. То есть, ну, тут как бы кто-то истребит. Вот 23 стих, да? Да, это здесь. Вот Рома да. предлагает вариант, что он уничтожается. Нет, я посмотрел в греческом здесь. Сейчас, Инсура, можешь сказать, пожалуйста? Да, вот сейчас, да, пожалуйста. Да, я вот сейчас проверил в греческом, здесь пассивный залог, то есть именно будет уничтожен, будет разрушен. О, а что это значит? Это по сути как бы его он самоистребится, да? Вот так? Нет, это значит, что его уничтожит, да, то есть как бы, но это подразумевается. Обычно, когда в Новом Завете и Ветхом Завете в пассивном залоге используется глагол, обычно подразумевается как объект действия Бог, то есть Бог уничтожит. Да. Те, кто не послушает пророка, подразумевается. Вот видите, вот интересно, такая вилка получается, да? Смотрите, с одной стороны, вот все люди, которые живут на этой земле, это, ну, так размышляем, как бы, да, по своей греховной, как бы, культуре, природе, да, вот мы в таком положении, что, как бы, можем делать зло, как бы, да, вот мы выбираем зло. Мы часто это делаем по неведению. То есть, например, я, например, не знал раньше, что я такое не знал. Ну что, не верить в Бога – это грех. Да? Например, я даже гордился тем, что я с бабушкой спорил, и там ее мог в тупик поставить там вопросами каверзными, и она, бедная, не знала даже, что мне ответить. Я просто от этого кайфовал, например. У меня был такой эпизод в жизни. Вот. Но я это делал по неведению. Я не знал, что вообще так делать не надо. Вообще-то бабушку надо уважать, раз. А во-вторых, зачем ему как бы вот так вот кощунство проявлять, да? Вот. Но потом, когда пришел момент в моей жизни, по крайней мере, когда я понял, что мне нужно покаяние, как бы, и что я очень многие делал грехи по неведению, то у меня есть в жизни только два варианта. Либо я каюсь и говорю: Господи, прости по неведению, вообще многие делал глупости. Ну, например, были, например, случаи, вот я знаю, что многие женщины делали аборты по неведению, они не знали, что это нельзя так делать, и да, культура, там, кто-то насоветовал, кто-то говорят: да ничего, ты там сделай аборт, потом в храм придешь, там, помолишься, тебе все там зачислится. И вот когда человек приходит к осознанию своей греховности, к этому осознанию, что он сделал зло, вот у него два варианта только есть. Либо он кается перед Богом, и написано: и приходят времена отрады от лица Господа, да, 20 стих. Что такое времена отрады? Времена отрады – это как бы радости, да, такое вот облегчение, такое вот освобождение, да, вот от Господа. Либо на человека приходит гнев Божий, и человек как бы он попадает под погибель, ну, он в погибель попадает, он будет истреблен как бы. Вот такой интересный момент дается человеку, выбор. Вот. И он говорит, причем в данном случае понятие «покайся» – это в императиве. То
То есть вы покайтесь, вы, это ваша ответственность, это ваша обязанность. Бог вместо вас этого делать не будет, как бы. Вот интересно такой момент. Хорошо, друзья, что мы еще здесь о человеке узнаем? Ага. Еще мысли, пожалуйста, друзья. И вот смотрите, 26 стих очень хорошо к этой вот этой иллюстрации, как бы он очень хорошо подходит, 26 стих. Я еще хотела спросить 19 стих. Итак, ну, сейчас, Танечка. 19 хотела спросить. Покайтесь и обратитесь. Что значит обратитесь? Покайтесь и обратитесь. А, там, да, если Анечка попросила, если бы получилось, но сейчас сенсор пока отключил видео, то Я здесь. Сурчик, там просто у Анечки вопрос, слово «обратитесь», вот, если можно в оригинальном тексте глянуть. Но в оригинальном то же самое используется, то есть как бы обращаться к кому-то, то есть подразумевается «обратитесь», ну, то есть покаяться это «покайтесь» и «обратитесь», да, то есть «покайтесь» это греческое слово «метаноя», которое означает изменение мнения, как бы, да, ну, то есть для евреев в данном контексте это означало, что им нужно было полностью поменять свою позицию к Иисусу. То есть они считали, что это просто был какой-то самозванец, который пришел, там, ну, как сказать, себя возомнил Сыном Божиим. На самом деле, ну как до сих пор евреи же считают Иисуса таким, да? Просто самозванец. И он говорит, вам нужно изменить мнение свое в отношении его. То есть он был посланный Богом, тот Мессия, который вам предназначен в Ветхом Завете. То есть вам нужно изменить свое мнение и обратиться, то есть обратиться, ну, в буквальном смысле, как вот обратиться, например, я могу к Сереге обратиться за советом, то есть здесь опять же подразумевается, ну, к Богу, потому что, ну, это, в этом не правота их, да, то есть они не правы конкретно, и тут же как бы по контексту говорится, что это как бы грех, по сути, да, в 19, то есть сразу же говорится, покайтесь, то есть поменяйте свое мнение о том, кто такой Иисус, он Мессия, он не самозванец. А значит, вам нужно обратиться теперь к Богу, чтобы загладились ваши грехи, потому что в этом подразумевается, ну, грех, то есть вы не приняли его, Мессию, и распяли его вместо этого. То есть для любого еврея, который, ну, слушал Павла, то есть Петра, для них это было шоком узнать. То есть представляете, да, то есть вы народ Божий, который с детства там, с молодых ногтей, там родители тебе говорят, что мы народ избранный, мы ждем Мессию, он придет, нас спасет, короче. Каждый, ты постоянно слышишь всю свою жизнь, короче, что вот будет. И тут ты, знаешь, краем уха услышал, что вот какой-то странный был, в общем, какой-то непонятный, то ли пророк, то ли кто-то что-то ходил, исцелял вроде. Ну, потом, в общем, наши начальники решили, что он плохой на самом деле, он просто был самозванец. Ну, ладно, убили, короче, все распяли, все хорошо. И вдруг тут ты проходишь мимо храма там, да, ну, как сказать, пошел Бог. Вот, и тут вдруг чудо происходит, да, то есть человек, который всю жизнь, значит, был хромой, он вдруг сказал, ба, слушай, ну, то есть это внимание привлекает сразу, да, я этого чувака знал, вот тут он всю жизнь просил миссу, и вдруг он сказал, ну, явно чудо Божье, то есть у них, они готовы слушать в этот момент, и они говорят Петру, слушай, ну, вы, ребята, молодцы, короче, а Петр говорит, это вообще не я, это вот тот Иисус, которого вы распяли, которого вы думаете, что он разбойник там, да, просто возмутили спокойствие, революционер, он-то и есть Мессия, он воскрес вообще. То есть, вот представляете, какой шок для человека это был? То есть, ему нужно было полностью покаяться, то есть полностью изменить свою позицию в отношении Иисуса, что это был не разбойник, не самозванец, это тот самый Мессия, который обещан был в Ветхом Завете,
И все, короче, то есть у меня реакция на самом деле, либо я просто продолжаю в своем упорстве дальше, короче, отрицать и говорить, нет, я не верю, либо ты там ну, в прахе и в пепле, там в шоке, короче, ты упал на колени и сказал, Господи, прости, короче, я вообще не прав, да, я вообще не понял, что, ну, тот, кого мы ждали всю жизнь, спаситель, короче, оказывается, мы его и сами убили, представляете? Ужас какой, то есть, ну, ну и потом мы видим, что результат был. То есть в следующей главе говорится, что 5000 человек присоединилось к церкви. То есть да. Народ просто вот, ну, был в шоке, и ну, огромное количество людей приняло вот это вот, ну, послание, увидев чудо, как бы подтверждение того, что это действительно Бог. Да, спасибо большое, Инсур. У меня сейчас есть предложение еще один ролик посмотреть, очень интересный. Такой он коротенький. И потом мы сделаем выводы как бы перед молитвой. И, так что вот приятного просмотра, в общем, друзья. На следующий день собравшаяся толпа узнала, что Иисус уже на пути к Иерусалиму. Они нарвали пальмовых ветвей и вышли его встретить, восклицая «Осанна!» «Благословен грядущий во имя Господне! Благословен Царь Израиля!» Эта толпа хвалила его. Славила его чудеса, с большими ожиданиями рассказывала о нем всем. Но эти люди не знали его. Они ждали того, кто будет править в силе и могуществе, а он пришел как смиренный слуга. Они хотели, чтобы он, наконец, принес славу израильскому народу, а он хотел изменить их, чтобы их жизнь приносила славу Богу. Они ожидали великого генерала, способного сокрушить их врагов, а он говорил: «Любите врагов ваших». Они думали, что он принесет им освобождение от завоевателей, а он пришел, предлагая освобождение от греха. Людям вскоре пришлось понять, что Иисус не является тем, кого они хотели видеть, поэтому они повернулись к нему спиной, так и не осознав, что он был тем, кто был им нужен. Он не заслужил того, что с ним случилось. Предательство друга за 30 серебряников. Его били и истязали, надели на голову терновый венец. Он был невиновен, полностью невиновен. Его пригвоздили к кресту из-за тебя и меня. Мы распяли его. Но даже испуская последний вздох, он просил Бога простить нас. Это то, как выглядит настоящая любовь. Иисус умер за тебя и меня, чтобы мы могли быть спасены. Но это не конец истории. Смерть не смогла его удержать. Он воскрес из мертвых через 3 дня, доказав миру, что он есть тот, кем себя называл. Иисус. Царь царей. Наш Спаситель. Хорошо. Хорошо, друзья, давайте сейчас вернемся к тексту и немножко поделимся нашими выводами. Что я собираюсь сделать, какие у меня, какие решения есть. Кто хотел бы начать? Можно я, Сереж?
Конечно, Анечка, пожалуйста. Ну, то, что мне запомнилось такое сильно, вот то, что ты комментировал, отвращая, насчет слова «отвращая каждого от злых дел ваших». То есть даже молиться Богу не о том, чтобы там он дал здоровье, а вот именно, как это слово заменить? Отвращал от... Угу. Отвращал, да. Отворачивал, Анечка. Да, тут Анечка подсказывает, может быть, отворачивал, да? Да. Угу. Что-то как будто связь прерывается, нет? Да-да-да, немножко, да, что-то пропадает где-то. Ага. Да, то есть вот это слово мне очень понравилось, отвращало от злых дел, чтобы нас молиться Богу, чтобы отвращало от злых дел. Да, здорово. Тут как раз, видите, написано, он послал его благословить нас, отвращая каждого злых дел. Да, то есть, с одной стороны, Бог, он пришел для того, чтобы нас сделать на самом деле счастливыми, но, как вы знаете, идет пакетом, и также нас освобождение от вот этих злых дел, которые или тяга к злым делам. Спасибо, Анечка, спасибо, супер, отлично. Угу. Что бы еще хотел бы кто-то поделиться конкретно про себя, да, вот про меня родимого, я буду что-то делать, чтобы моя жизнь менялась. Мне вот это сейчас. Да, сейчас Анечка там скажет. Ну, вот это, ну, реакция Петра и Иоанна мне так, ну, такой пример, знаете, что, ну, вот есть иногда возможности, когда вот мы можем, ну, людям сказать о Боге, да, о том, что Он сделал в нашей жизни, а не себе как-то славу присваивать, либо там присваивать, там рассказывать, что я такой, там, такая молодец, там, да, вот. Так, ну, то есть, чтобы вот такие моменты, когда вот я действительно могу, ну, как бы, ну, рассказать о том, что Бог сделал в моей жизни, да, там, что хорошее, да, чтобы вот такие моменты я как-то не упускала и могла видеть их, замечать, где я могу, ну, на самом деле рассказать, и это не надо придумывать, на самом деле есть часто, ну, какие-то моменты, где ты можешь просто, ну, рассказать, что это Бог тебе помог, на самом деле, не ты сам, не твои там какие-то таланты, там, труд твой, либо вот так, что просто, ну, вот если выводы для себя брать, то вот, чтобы просто молиться мне, вот, когда есть такая возможность, мне ее не упускать. Спасибо, Анечка, спасибо. Кто бы еще хотел поделиться, пожалуйста, своим решением. Ну, если взять, например, меня, то мне очень сильно так коснулось, знаете, что получается, смотрите, вот сильно так коснулось 15-16 стих, да, что вера во имя Его дает силу, это вера, которая дается Богом, да, дает исцеление и силой Божьей, вот так вот, силой Божьей. То есть, смотрите, с одной стороны, я понимаю так, что многие вещи, которые в моей жизни я делаю, там даже во имя Божье, да, я стараюсь делать своими силами. Вот, и часто я от этого разочаровываюсь, потому что на самом деле я же не Бог. Вот, и я думаю, что мне порой как бы надо иметь, ну, питаться Божьей силой именно в вере, что это Божья сила, это вера в Бога. Вот, и вот когда вот так, то как бы оно будет производить изменения. Потому что, видите, часто, ну, как бы есть такое искушение, так как мы работаем среди людей, как бы, и пытаемся, как бы, делать Божий труд, то часто в итоге получается, что своими силами, когда ты это делаешь, оно как-то ты разочаровываешься, потому что как-то мало что меняется, как бы, и ты думаешь, а что это, а может быть, вообще чем-то не тем занимаюсь. Но, видите, тут очень сильно в этом тексте показано, что было такое чудо совершено, что... Но это только Бог мог такое сделать. И, но это было сделано по вере силой Божьей.
Поэтому больше надеяться на Бога и больше в Боге как бы искать вот эту силу и поддержку для Его славы, чем даже на себе и на каких-то своих каких-то силах пытаться. Вот. И второй такой момент еще сильный такой, который меня коснулся. Смотрите, апостол Петр, он как бы оправдывает израильтян, говоря, что они сделали это страшное преступление. На самом деле это страшное было преступление. И они сделали его по неведению. Как бы он пытается их оправдать, но вместе с тем он дает им шанс на спасение. Он говорит, но покайтесь и обратитесь. То есть вот, знаете, вот тоже по-человечески часто ты смотришь на человека и думаешь, да не, наверное, уже вот этот, у него вообще никаких шансов нет в жизни. Он уже такой упадший человек, такой бестолковый. Вот. И на самом деле нет. Вот даже если, представляете, израильский народ убил Христа, убил Мессию, и апостол Петр говорит, нет, у них даже есть шанс на покаяние. Как бы, да, они это сделали зло, но сделали по неведению, и Бог все равно их может простить и очистить от грехов. То есть тоже, ну, как бы такой сильный момент, чтобы не пытаться людей оценивать, как бы, да, и заведомо на них ставить как бы, вот безнадежный вариант, да, например. Да, что у Бога как бы, вообще всегда есть шанс и выход, если человек покается и попросит у Бога прощения. Ну, вот такие вот два момента для меня очень близкие были. Да. Друзья, кто бы еще хотел поделиться, было бы здорово вообще. Каких-то, может быть, какое-то решение. Хорошо, друзья. Ну, вот, можно да. Мне, да, поделиться? А, пожалуйста, Инсур, конечно. Да, сейчас я включу микрофон, то есть этот, камеру. Да, у меня вот тоже вот как у Ани, как бы, да, меня отозвалось эта вот мысль, что когда что-то Бог делает через меня, ну, у меня тоже есть искушение просто вот, ну, на себя, что это я такой молодец, да, это я такой молодец, это я там защитил докторскую диссертацию, это вот я такой умный, что там мне там работа крутая была, там, да, то есть когда вот что-то получается в жизни, то как-то хочется себе все приписать, а когда не получается, ну почему, Бог, ты вот не даешь мне работу, как бы, да, сразу Бог виноват. Хотя на самом деле как раз с точностью наоборот все происходит. То есть все доброе в жизни – это дар от Бога, а плохое, как правило, это, ну, как сказать, или греховность людей, или моя собственная греховность. Я что-то там как бы накосячил, и потом мучаюсь, потом Бог виноват, как бы, да. Вот поэтому я тоже хочу, вот, но я прям вот, прям чувствую, что мне надо раскаяться, в общем, в этом. И просто вот, ну, хочу тоже, чтобы когда вот будет возникать возможность, когда что-то Бог будет делать, или Он уже много, на самом деле, в моей жизни сделал, чтобы я мог использовать это как момент как для прославления Его, да, когда люди меня спрашивают, говорят, я, ну, что это как бы, ну, не я, на самом деле, ребята, это все Бог сделал. То есть, как бы, вот, славу приписать тому, кому она на самом деле принадлежит, да. а не просто вот инструменту, через который она была проявлена. Вот, спасибо. Спасибо, Инсур, спасибо. Я думаю, что мне тоже это касается меня. Это, знаете, как в семьях часто, это твои дети непослушные, говорит, какой мой сын, какой молодец. Это оно такая, так что это меня касается 100%. Все Богу славу. Да, да. Друзья, ну что, я тогда предлагаю, если кто-то хотел бы еще, пожалуйста, минутка, есть шанс поделиться с нами, что, чем Господь вот коснулся, текст этот, через текст, и будем молиться тогда. Вот. Еще хотел бы что-то, кто-то сказать. Ну что, тогда помолимся, наверное, да? Да. Так. Друзья, кто хотел бы помолиться?